очиститель для рук без использования воды. Фирма каждый день. Сейчас посмотрим. Ощущаются какие-то гранулы, типа как песок, что-то непонятное. Ну, запах дешевого хозяйственного мыла. Так. Крем предназначен для удаления с рук различных загрязнений. Сажа, графическая смазка, нефтепродукты и тому подобное. Как с применением, так и без применения воды. Крем – идеальное средство для людей, имеющих постоянный контакт с различными загрязняющими веществами. Далее идет состав, способ применения. Небольшое количество крема растереть на руки, вытереть тканью или смыть водой, беречь от детей. При попадании в глаза промыть, бла-бла-бла. Ну, еще и с массажем. Классно. Да, какой-то песок, скорее всего. В общем, работает.